Вода правит миром, нет, огонь правит миром. Окей, вот это было. А еще Гераклит просил врачей обратить влагу в засуху. Ну, Гераклит, он у него двусторонний момент. Во-первых, у него огонь этого, это, воплощение Логоса, да? Да. Поэтому сухое лучше мокрого. Втор... Да. И поэтому он пытался еще лечиться от водянки с помощью навоза он, он, то есть, дело даже не в навозе было дело в том что он обмазался навозом и вышел на палящее солнце огонь сухое сухость Во-первых, он протестует против популярной тенденции о том что все считать о том что все происходит из воды не знаю насколько это была популярная тенденция в те времена. То есть, на самом деле, уже милецкая школа немножко переросла это. Мы на... Я могу назвать нескольких мыслителей, ну, даже сейчас, наверное, не могу. Вроде бы у Гиппона еще было то, что все состоит из воды. Но это не очень популярная концепция, не знаю, насколько она популярна была в свое время. А вот то, что все состоит из воздуха, например, более популярное. Чаще встречается очень много воздушных мыслителей, так скажем. Там не знаю, три очень известных там Диогена аполонийский, вроде бы еще какие-то там персонажи, э -э, включая известного Наксимена. Все, все происходит, происходит из-за огня, что динамика, безусловно. Не То не есть умеет. он чисто физически прав, собственно. Какая вода? Вода появилась только после того, как появился. Ну вот Диогена Полониски или как-то там так было. Uh, я бы сейчас просто порылся в своей магистрской диссертации, но там просто реально uh, с воздухом, там немножко на порядок чуть-чуть больше народа. Водород. Но ну, огонь появился после того, как появился кислород. Проблема, опять же, заключается в том, что физика как дисциплина научная начинает свое становление по преимуществу с Аристотеля. Аристотель определял физику через движение. То есть физика не могла быть неподвижной. То есть вообще деление на метафизику неподвижное. То есть перводвигатель, который сам по себе неподвижен, он един целый и является, в общем-то, причиной движения всего остального, это метафизика. И физика, это идет от перипатетиков. Физика это наоборот, это теория подвижности. И с тех времен физика это и есть теория всего, что движется, подвижно и явлено нам. То, что мы можем наблюдать как движение. Это изучение движения, по сути, физика. Нет, огонь это изначальный огонь, который в большом взрыве там рванул. Не думаю, что Гераклит так думал медиаряд клёвый? Ну, Всякое. В большом взрыве не было, собственно, взрыва. Ты понимаешь, слово взрыв, оно там... Ну, это я в курсе, да, мне Востиков рассказывал это. Но просто мне удобнее представлять, что огонь был до воды. То есть там всякие заряженные частицы летали, которые примерно по структуре... Что, где не так, Джон я не Я не всегда комментирую, когда что-то не так. Я иногда просто дополняю и думаю над темой. Похоже, Просто они... В ну, к... структуре своего поведения похоже на поведение пламени. То есть там всякие ионы, там, не знаю, протоны, что такое. Ну, то есть это огонь, в любом случае. Образно, если мы подходим к теории огня как к теории некоторого воображения, да. Но тут же, опять же, другой вопрос. А вода в теориях древности это не H2O. А, огонь. Подвижная, разлитая тоже по всему миру. И вода. Елизавета. Смотрите, вот такая вот структура. Сейчас смотрите, видите, как она там двигается, друзья. Вода. Представьте себе, что существует антологическая, то есть невидимая для нас, невоспринимаемая практически метафизически такая вот водичка. Во всем мире. Что это вам может напомнить? Теорию относительности Эйнштейна. Например. Представьте себе, что среда, то есть пространство, оно слито во что-то единое. Вот оно вот там вот может изгибаться. И различными способами, в общем-то, изгибаться под разным весом, как-то вот на это реагировать. Это очень похоже на воду вообще-то, друзья. Особенно в воображении мы можем превратить теорию относительности в теорию воды Фалеса. Ну, например. Ну, просто, например. В мы вообще все что угодно можем сделать, конечно, но... Воображать воду как некую, не как H2O, не как оке не просто океаническую воду, а как некую изначальную живую материю, которая лежит в основании всего. Ну, то есть э, огонь, вода, земля, воздух э, в античности это не сами стихии, это свойства. Сухость, влажность определенные законы, по которым движутся те или иные стихии. Огонь движется вверх. У воды вот такие вот свойства. Мы видим эти свойства же воды? Мы, вы, сейчас, вы сейчас их видите. А представьте, что у мира есть такие вот самые свойства. Вот такие вот. А вдруг у мира такие же свойства, как у воздуха? Он наоборот, вот, вот, вот он, ну, самая первая материя, она наоборот тоже разлита по всему пространству, но при этом она там невидима, неощущаема. А, у нее есть определенный динамизм, определенное движение. То есть это тоже очень интересно. <laughs> Не, я просто вам показываю, просто с водой, ну, понятнее. Видите, какие у него законы движения. Это же можно все воображать непосредственно как теорию мира. И даже в современном контексте до сих пор можно с этим работать вполне. Ну, по крайней мере, я так считаю. <laughs> все из огня происходит, так или иначе. Он был прав. Но они на поведение воды тоже похожи, они текут в разные стороны. Посмотрите. Нет, вода, она инертная. Ну вот и мне интересен спор, они молодцы. Вода не инертна. И всякое такое. А вот именно огонь как бы. То есть, ну вот электричество, оно же ближе к огню. Греки представляли огонь молнии. Молнии как огонь. То есть, молния – это небесный огонь для греков, но это практически безусловно. И Хайдегер это подтверждает, и у греков это, в принципе, видно. Напоминаю, что известный великий повелитель небес Зевс – металл молнии. Молнии с небес, его перуны. А угадайте, кто делал его перуны. Его перуны делал Гефест. Ну, понятно, да? Вот эти вот перуны, его молнии, кует бог огня, как вы, друзья. Ну, как бы понятно, что у греков молнии и электричество, соответственно, если бы у них было электричество, если бы они знали про электричество, они бы относили это к стихии огня. Но это греки. А почему мы должны так делать? Непонятно. Чем к воде. Ну, то есть это довольно абстрактное сейчас рассуждение. Правильно. Довольно-таки даже мифологически, очень интересно. То есть электричество Видно? это движение. Ну, потому что электричество это движение заряженных частиц. Так, огонь, да. это окисление. Вот это сейчас херня пошла. Фильм Догма я не смотрел, кстати. чего огонь? Нет, про... огонь это не окисление. Нет, нет, огонь нет это... процесс горения это как раз процесс... Нет, я не про с процесс с горения, я про... про... А вот... что за Карлан? Это молодой ежесармат, что ли, друзья? Что это? Сам феномен огня как такового, вот пламя. То есть это же не процесс на том же уровне, на котором, допустим, вода существует. Есть... По-разному греки это воображали. Понимаете, в чем дело? У греков суть была в том, что есть какая-то первая стихия, а другие три стихии уже порождены из первой. Вот. А обычно они так свои системы делали. То есть вода у нее есть там молекулы, какая-то структура. Блин, у него голос здесь немножко не такой. А это тот бред маргинала про определение огня. Да нет, это на самом деле не бред. А, на самом деле оба они сейчас излагают не самые дурацкие точки зрения, но. Ну, немножко странно привязывание к современным научным фактам всего этого. У огня нет никакой молекулярной структуры. Это движение на уровне уже... уже, вот, собственно, всякие. Ну, в чем ошибается ежесармат сейчас? Нам насрать на молекулярную структуру. Греки ничего не знают о молекулярной структуре. Им было пофигу. Им было плевать на материальную структуру. Смотрите на свойства. Свойства. Вот она переливается, двигается. В ней можно двигаться. Она может изгибаться внутри себя. Она может отягчать какие-то предметы. А когда мы смотрим на вот это вот. Когда мы смотрим на вот это, вот мы понимаем, что если такими же свойствами, по крайней мере частью из этих свойств обладает непосредственно а, материя основная мира, ну вот это вполне возможное допущение. Здесь нет никакого разговора про H2O, например. Мы можем трактовать вот эту теорию как теорию пространства как это у Эйнштейна, мы можем просто, понимаете, вычертить все те же самые формулы и предположить, что в мире просто везде разлита вода. Самая первая материя. Вот и все. И сможем те же, с теми же самыми формулами все описывать. Uh, Magic Spoon, всего вам доброго. Спасибо за то, что были с нами и комментировали. Я очень рад. Большое спасибо. Здравствуйте, Год uh, Там про то, что горение, процесс сгорания воздуха. Бывает. Хорошо, посмотрим. Таких вот частиц. А, ну то есть, то есть имеется в виду как феномен. Да, естественно. Ну, то есть электричество и огонь ⁇ это как бы физическое явление на уровне более мельчайших частиц, нежели... Ну, согласен. Вода. По как... физике, да, но грекам то плевать было. Субстанция. А у нас все мышление, оно построено, в общем. Ну вот, друзья. Нормально, это хорошее видео, честно говоря. И главное касается моей диссертационной темы. А, мне, в принципе, понравилось. И ежесармат, и маргинал. Они не сильно упрощают эту тему. Вы понимаете, в чем дело? Они молодцы, они оба молодцы. Ну, они пытаются как бы... Они пытаются с ней как-то работать, но, ну, видимо, не до конца ко некоторые аспекты понимают. Но нормально, это очень хорошо. Это очень хорошо для людей, которые на этом не специализируются. Это очень хороший уровень дискуссии. Мне понравилось.